Всем привет, друзья, с вами Неломок. Мы сегодня продолжим играть в игру про слизнячков розовеньких, синеньких, про всяких разных котиков. Слайм Ранчер игра называется. Я в нее давно-давно уже не играл, но все-таки я в нее вернулся к своим слизнячкам любимым. Лариса, возможно, и поиграем когда-то и в эту страшилку. Итак, мы остановились на том, что мы в руинах. И, честно говоря, руины здесь очень запутанные. Я смотрел некоторых блогеров, скажу так, по секретику, да? Что эти руины, это просто какая-то жесть. Здесь постоянно что-то открывается, закрывается. И на самом деле разобраться, когда какие двери ведут, очень сложно. Очень сложно, я вам скажу. Квантовый слайм. Вот куда я сейчас иду? Я не знаю, куда. Какой-то водопадик. Тут я погибну. Погибну 100%. То есть мы сейчас в руинах. Ой! Чуть меня бахнули. Куда это нас понесло? Опа. Насос для продвинутых. Доступный новый экскиз. Насос, который откачивает больше ресурсов. Повышенная вероятность найти редкие ресурсы. Служит три цикла. Ого. Ого. Так, курицы. Куда это мы пришли? Кстати, вы заметили? Открыли. Давайте закроем, ладно. Закроем это дело. Здесь что? Здесь неплохое место для каких-то телепортов. Но у меня я пока не умею телепорты строить, к сожалению. Куда это нас привело? А я не назад ли я пришел вообще? По-моему, я вернулся обратно. Смотрите, да. Помните эти самые центральные ворота, которые я тут долго и нудно открывал? Вот, я, получается, просто давно не играл, и я немного уже заблудился. Я действительно вернулся обратно. Вот. Вот, поначалу все типа легко. Вот, мы смотрим, что каждая кнопочка что-то открывает. И мы себе спокойненько топаем и смотрим. Вот, буква N. Тут я читал, что про этих слаймов всяких непонятных, диких. Что кажется, что тут непонятно, куда вообще в этих лабиринтах можно попасть благодаря вот этой всей штуке, этим всем кнопкам. Каждый раз, когда что-то открываешь, ты что-то закрываешь, но ты куда-то все равно проходишь. Вот могу вниз пойти, а могу сюда проникнуть. Что откроет эти двери? Вот. Каждый раз, когда я нажимаю на кнопку, я нахожу новые какие-то двери. И куда они меня приведут, никто не знает, куда они меня приведут. Вот я пришел отсюда, во. То есть я могу теперь вот по этим штуковинам запрыгнуть, выходит. И выйти вообще вот сюда наверх куда-то. Ух ты, ух ты, я нашел еще одну красненькую штучку. Красное эхо. Мне говорили, что это красное эхо, по сути, бесполезные штуковины. Опа, я нашел какой-то бассейн. Я нашел водный бассейн и ящик. Разобьем. Разобьем ящик, только обо что? О, что мы получим? Монетки. Так, что у нас тут? Что это за палки? Что эти палки дают? Что оно такое? Мне непонятно эти палки. Но я нашел еще одно эхо. Красненькое. Оно только куда-то исчезло. Ладно, здесь еще места для каких-то, я так понял, телепортов. А вот это что за штуковины, мне пока непонятное. Что ж, будем двигаться дальше. Мы пришли снизу, то есть нам надо топать вот по этому направлению, по идее. Что у нас тут виднеется? Так, а тут у нас... звук сразу такой стал плохой, нехороший. Вот мне, по идее, вот сюда нужно лететь. Что эта штуковина откроет? Ну, это как бы выход назад, я так подозреваю. Мне туда, наверное, нужно. Или нет? Ну, пойдемте то, что я открыл, туда и зайдем. Посмотрим, куда нас приведет эта дверь. Так. Честно говоря, я немного тут потерялся. Да нет, да не немного, а так уже приличненько потерялся. Мне кажется, я туда вернулся. Это те же самые двери. Я сюда зашел. Да? Это что? Получается... Не знаю. Ну, давайте откроем. Я обратно иду? Мне кажется, я иду обратно. Такое чувство у меня. Да, водопадик, я иду обратно, мне сюда не надо. Я иду не в правильном направлении. Совершенно не в правильном направлении я иду. Так, оп, откроем это дело. И мы проникнули вот эту локацию. Так,
Вот где мы оказались. Тихо-тихо, я что, нашел новенькое? А, нет, не новенькое. Это я вернулся вообще назад. Ну, конечно, здесь все и запутано. Ну, тут и запутано все, конечно же. Как в это, как разобраться в этих руинах? Это еще... Это капец какой-то. Здесь нужно бегать и бегать. Руины, руины. Древние, причем. Так. Значит, что у нас есть? Какие варианты? Есть вариант сюда проникнуть. Раз. Эти палки. Почему здесь везде вот эти палки? Что они мне дают? Что эти палки? Бур для продвинутых. Новый эскиз мне доступен. Который извлекает больше ресурсов. Я вас понял. Вот эти ворота открылись. И вот туда я ходил. А вот сюда, по-моему, я еще не ходил. Поэтому сейчас я пойду вот сюда. Какая-то водичка. Водичка. Так. Фонтанчик какой-то. Фонтанчик. Подъем наверх. Куда мне этот подъемчик приведет? Так, куда мне этот подъемчик приведет? Ух ты, синюю штуковину нашел. А у меня нет места для нее. Ну что ж, мы лужайчатого слайма выплюнем и заберем синюю штуковину. Что мне эта штуковина открывает? А вот что открывает. Новые какие-то двери. Посмотрим. Посмотрим. Надеюсь, куда-то интересное место меня приведут. Кстати, ага, вот еще двери. Двери новенькие, получается. Внизу. Мне кажется, мне надо в эту решетку все-таки меня двигать. У меня такое чувство есть. Вот это, чтобы вернуться обратно. А мне туда не надо. Мне нужно вот в эту... Постоянно двигаться. Что же такое? Тоже интересное. А, мы вернулись к бассейну. Понятно. К бассейну. А что еще? Куда мы тут можем еще проникнуть? Кроме как... Вот эти снова злые появляются. Жучки всякие, жучки. Злые эти гары или как их там... Так, ну вот тут что-то есть интересное. Нет, тут ничего интересного. Вот туда, значит, топаем. Или я там был? Да я уже и заблудился, честно говоря. Не падать, не падать. Честно говоря, я немножко уже заблудился. Так, каким образом это дело мне открыть? Куда меня это приведет? Мне кажется, я здесь уже был. Это возвращение обратно, домой. Мне туда не надо, мне нужно вот в эту решетку. Я так себе придумал. Ну, не факт, что мне туда надо. Я так себе придумал. Так, посмотрим. Двигаемся туда. Двигаемся, двигаемся. Вот, двери верхние закрыты. И кто здесь у нас тут бегает? Кто это на тут бегает и пропал? Золотистый слайм был. Мне нужно войти проникнуть как-то двери. Но для того, чтобы туда проникнуть, это мало туда только проникнуть. Надо еще как-то их открыть, получается. Вот. Они закрыты. И каким образом мне их открыть? Что нажать, чтобы они открылись? Где эта кнопка заветная? Чтобы эта штуковина открылась. Надо посмотреть. Надо поискать. Давайте вниз посмотрим. Возможно, здесь внизу какой-то будет спуск для кнопки. Вот этот специальный. Так, тут злые жуки. Так, тут что у нас? Вот какая-то кнопка есть. Давайте нажмем. Вдруг она для этого... Ой! Закрыли. Закрылись. Очень хорошо. Мне это вообще не подходит. Мне это совершенно не подходит. Уходим отсюда, значит. Вот эти гаары. Или как их... Ой-ой-ой, они злые. Они злые, синючие причем. Мне нужно отсюда удрать. И наверх все-таки вернуться. И найти способ открыть эту штуковину. Найти кнопку. А кнопка где-то спрятана. Пока что не вижу нигде кнопочек. Вот мне кажется, эта кнопка может на это влиять. Давайте туда полетим. Полетим вот сюда. И сейчас, когда мы ее нажмем, мы обернем голову и посмотрим. Открыло оно или не открыло? И где оно могло открыть? Я уже потерялся снова. Ну, ёшкин-кошкин. Ёшкин-кошкин. Получается... Да, по-моему, он открыло все-таки, смотрите. Ну как мне теперь туда запрыгнуть, еще вопрос, да? Как мне туда проникнуть? Как мне туда залезть? Я вас понимаю всех, что вы все по мне... О, давайте по этой штуковине пойдем. По этим заборам. Так, так. Откуда можно отсюда прыгнуть, чтобы туда в итоге залезть? Ну, наверное, на этот заборчик, с этого заборчика как-то вот туда.
попытаемся. Что еще остается делать? Жух! Так. Откуда? Куда можно с этого места? Ну, разве что где-то вот сюда запрыгнуть, да? А там как-то потом сверху попытаться долететь, да? Попробуем. Или... Ну, полетим, сейчас посмотрим. Приведите с моторчиком. Вот. Мы забрались на вот эту стенку. Но с этой стенки я вряд ли долечу аж туда. А вот наверх сюда, в принципе, можно попробовать. Можно попробовать. Опа, и летим. Летим, сердечный блок, сердечный. Ой, а у меня больше не хватает туда силы долететь выше. Сердечный блок мне открыли. Отлично. И энергетический блок открыли мне. Очень хорошо. Но как мне туда дойти? Туда долететь? Но я туда ведь никак не долечу. Разве что как-то с этой штуковины. Оп, так. С этой штуковины возможно долечу. А возможно и нет. Но будет сложно. Так, вода. Пу! Разбил. Пу! Разбил. Ха-ха! Ха-ха! Так, как же мне туда долететь теперь? Это будет нелегко. Я либо упаду вниз, либо долечу. Одно из двух. Так, 3, 2, 1. Вперед! Ура! Ура! Долетел! Сокровищницу, которую я не могу еще вскрывать до сих пор. И куда мы пришли? Куда-то новое место? Или не новое место? Похоже на новое. Похоже, похоже. Так, я вижу новую кнопочку. Главное не свалиться вниз. Надо понять еще, что эта кнопочка мне откроет. А, тут закрыло что-то. Так. Ай! Ты чего дерешься? Уйди. Уйди, противный. Так. Ага, вот эти закрывает, а нижние открывает. Ну, хорошо. Но я вниз не хочу-то падать. Или хочу? Я еще не знаю. Ну, в принципе, я так долго старался сюда залезть наверх, что пока на низ мне не особо-то есть и желание падать. Угу. То есть я закрыл свою проход обратно. Вот здесь что-то такое интересное еще. В общем, тут надо как-то разобраться с этим всем делом. Разобраться, конечно же. Так, что у нас тут? Фу, какая-то пещера. Ладно, двигаемся. Что, падаем? Ну, в принципе, я сюда вернусь. Там кнопку можно было нажать. А в этой пещере я еще, кажется, не был. Кажется. Ну, надеюсь, это не проход домой обратно. Куда это я спускаюсь? Там мне как-то так не по себе немного. Не хочу обратно на самое начало. Опа! Слайм-ключ необходим. Начинается. А слайм-ключа у меня нету, как всегда. То есть мне надо где-то здесь найти какого-то проглотиша, чтобы его накормить и проникнуть в двери. Но это хорошо, что мы нашли новые двери. Потому что мы, в принципе, будем уже более-менее ориентироваться и знать, что здесь оказывается. Оказывается, здесь можно куда-то проникнуть в новую локацию. Будем знать, будем знать. Так, что еще? Куда еще тут проникнуть можно? Новые двери нашли. Куда вот это дело откроется? Куда нас пропустят? Так, тут какие-то у нас купи-купи. Купи-купи. Это меня не сильно интересует, честно говоря. Эти купальные сезоны, их не все. Так, ну мы лучше зайдем справа. И тут все обсмотрим. Внимательно. Внимательно все обсмотрим. Вот можно было там где-то так упасть и пройти тут еще как-то низом. Это заманчивое предложение. А можно было еще туда куда-то пойти. Вот сюда. Сюда. Вот интереснее, по-моему. Куда это меня приведет? Дорога. Так. Ну вот. Вот тут какой-то тоже руины. Сплошные руины. Так-с. И куда, интересно, это нас привело все это дело? Руины. Таинственные руины. Так, я вижу интересный мост. По-моему, по такому мостику я еще ни разу не ходил. И куда он у меня приведет? Чуть не упал. Фу, чуть-чуть бы и упал. Так, куда это дело у нас все приведет, я не знаю. Тут реально руины просто огромные. Столько различных штуковин. Так, куда мы пришли? Опа, ага, дерево. Стоп, я здесь, по-моему, уже был. Кейси новое сообщение мне прислал. Так, 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 так. Эта местность мне довольно-таки знакома, честно говоря.
Мне кажется, мне стоит вернуться обратно. Вот здесь я когда-то давным-давно уже прыгал. И тогда я не мог почему-то там пройти. Но что же меня там остановило? Не знаю. Мне стоит все-таки еще вернуться назад. Потому что здесь я везде уже был. Здесь я везде уже был. И мне нужно вернуться назад и спуститься там еще вниз можно было. Снова золотистый бегает какой-то. Так, а могу ли я как-то это все дело открыть? Или все уже? Уже потерял. Возможность потерял свою туда проникнуть. Ну, могу долететь вот так хитрым способом. Надеюсь. Хватит у меня энергии. Хватило. Замечательно. А тут можно было где-то проникнуть низом. Ага. Этот верх закрыт, низ от... Значит, идем вот сюда. Низ как-то нужно открыть. Кстати, смотрите, еще фиолетовый или синий, не могу понять. Это синий был, эхо синий. Так, летим вот сюда. Что, эхо? Красное эхо. Тут столько эхо, для чего они мне эхо? Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, для чего нужны эхо. Так, что мы тут можем этим делом... Вот, низ разблокировать. Вот это мне было больше всего интересно, куда нас приведет низ. Давайте зайдем в эту комнатку. Надеюсь, это куда-нибудь не на начало самое меня вернет. Опа, и что? Что мне это все дало? Ну вот сюда еще как-то могу пропрыгнуть. Подняться наверх. Ну, в принципе, это мне ничего по сути не дало. Я вернулся к тому месту, где я летел. Правильно? Отсюда я летел. Угу. То есть мне нужно где-то найти ключ. Ключ найти для тех дверей. Вот это единственная загвоздка мне осталась. Просто я не знаю, где находится толстенький слайм. Нужно, наверное, гуглить, искать в какой именно местности, где он спрятан. Видите, что здесь очень большая местность. Очень все расширено, очень все такое большое. И здесь очень тяжело сориентироваться, чтобы сразу вот так взять и найти то, что тебе надо. То, что такое красное и яркое красное. Что это такое? Мне это не совсем понятно. Почему оно такое яркое и красное? Опа! Кажется, я нашел гордо, большого гордо. Это же он, толстячок, который может даст нам ключ. Что он любит кушать? Мясо. Вы поняли? Вот он спрятался здесь. Большой гордо, который любит кушать мясо. Ну, то есть мне нужно куриц теперь найти. Ой, ну это будет немного долго. Но не нужно запомнить обязательно место, как его находить. Как же я так его заметил? Я сам даже не знаю. Вот курица первая плавает. Но я не могу ее собрать. А куриц там нужно, по-моему, то ли 70, то ли 25 куриц. Здесь можно стоять, в принципе, и собирать куриц. А давайте зеленые выплюну эту штуковину. И, в принципе, могу понемножку собирать куриц. Так, это я не могу. Это могу. Куриц надо очень много ему собрать. Куриц очень много надо ему собрать. Так, это мне не надо. И тут буду их собирать, в принципе, до пенсии таким темпом. Но мне просто нужно запомнить эту местность. Как бы тут... Здесь бы поставить телепорт какой-то. Но я не умею ставить пока что телепорты. Жалко, конечно, жалко. Давайте как-то это место обозначим. Запомним. Спуск. Такой спуск. Хорошо. Дальше что? Что здесь еще? Ну тут нереально его... Ага! По-моему, ага, это то место, короче, где я пытался запрыгнуть наверх, и тут внизу был спуск к красному гордо, который любит кушать мяско. Вот здесь, все, я запомнил эту местность. Я думаю, что следующая серия как раз будет посвящена тому, что мы сюда придем к нему, будем его кормить. И надеюсь, что он даст мне не телепорт, не какую-то ерунду, а даст реально мне ключ, и благодаря которому мы сможем открыть новые двери, новые штуковины сможем открыть. Вот. Что ж, я думаю, что пока что в слайма довольно мы много долго играли. И следующую игру мы поиграем. Какую? 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 Майнкрафт, либо... Либо что, либо Роблокс. С вами был Ниломоб. До скорой встречи. Пока-пока.